Степанида Востокина ждет гостей, надела свой лучший костюм, поставила варить оленину. Она родилась в тундре, но сколько лет назад это произошло, не знает. Если верить паспорту, то 79, а профсоюзный билет утверждает, что 85. Степанида Егоровна! Гостей встречаете? Сегодня к ней в стойбище приехали гости с радиостанции из районного центра. Ее изба стала студией звукозаписи. На микрофон хозяйка смотрит с недоверием. Полчаса на уговоры, и она начинает петь. Микрофон, штатив, магнитофон. С этой мини-студией сургутские радийщики побывали уже в десятках стойбищ и поселений. Большой проект, рассчитанный на сохранение культуры коренных народов Севера. Тут главное запастись батарейками, ведь песня в тундре может литься больше 2 часов. Сегодня радийщики в 100 километрах от ближайшего населенного пункта. Они слушают песню, в которой все. И молитва, и рассказ об одинокой жизни женщины, у которой 7 лет назад умер муж, и радость от общения с гостями. Выбираться отсюда приходится на буранах, потом несколько часов на машине до районного центра, впереди многочасовая работа в студии. На этой маленькой кассете весь материал, собранный в экспедиции, 60 минут записи. Вставляем ее в магнитофон, и совсем скоро голоса жителей тундры, в том числе и песни Степаниды Егоровны, превратятся просто в последовательность нолей единиц в памяти компьютера. Это называется «петь от души», говорит звукорежиссер, но теперь в этом надо уловить и мелодию, и ритм. Здесь можно сделать какую-то минимальную аранжировку, ну хотя бы, например, найти какую-то гармоническую основу. Если более углубленно этим заниматься, то можно, в конце концов, сделать вполне полноценный трек, например, как вот такой вот. Это первый диск, он дал название всему проекту «Песни малых народов». Первыми исполнителями стали уральские манси, комизыряне и ханты с юга округа. Запись Степаниды Востокиной, начало работы уже над 2-й пластинкой. После визита радийщиков у нее появилась еще одна песня. В ней она поет про своих новых друзей. Они обещали еще раз приехать, привезти диск с записью, на котором будет уже и ее имя. Степанида Егоровна Востокина, вокал. Родион Антаков, Николай Старостин, Вести, Ханты-Мансийский автономный округ.